Теплая погода для горожан праздника, для спасателей – головная боль. Помимо традиционных лесных пожаров, последствий пикников, у водоема собираются любители рыбалки. Сегодня в акватории Кольского залива состоялись учения специалистов, контролирующих водную стихию Мурманской области. В учениях на берегу Губы Грязная Кольского залива приняли участие инспекторы МЧС по маломерным судам, представители Мурманского поисково-спасательного отряда и полицейские из АТО «Североморск». По легенде, в акватории было обнаружено незарегистрированное маломерное судно. Такие инциденты во время рейдов сотрудников ГИМС происходят регулярно. У них один аргумент, у них там треска ловится. А когда огромный танкер водоизмещением несколько десятков тысяч тонн вынужден уклоняться от резиновой лодки, то, сами понимаете, ситуация становится аварийной. Второй пункт, стоящий в программе учений, это спасение рыбака, оказавшегося за бортом. Ему на помощь пришли буквально в течение нескольких минут. Сотрудники МЧС напоминают, спасательный жилет – главный предмет на любом судне. Самое простое правило – это спасательный жилет, но, к сожалению, люди считают, что кому-то мешает удочку забрасывать, кому-то жарко в нем сидеть. Аргументы, как правило, именно такие. Но встречаются люди благодарные, которых иногда приходилось заставлять одевать жилет буквально административными штрафами, а потом они нас благодарили. В конце программы на лодке спасателей поднялись курсанты Североморского клуба юных моряков. Подрастающая смена продемонстрировала свои навыки по использованию средств спасения и управлению маломерными судами.